А что брехня, начальник? Да то и брехня. Я свой сейф своим ключом с трудом открываю. Дай мне твой ключ, начальник, нахер не нужен. Это как? А вот так. А все-таки? Все бобры равны, начальник. Только я не бобр. Соболек. Соболек? Можешь показать. Покажи. Отец мой лень, а мать Надежда Крупская, а дед мой был Калинин Михаил. Мы жили весело. Можно? На Красной площади. Усатый Сталин к нам обедать заходил. Опа! Тихо. Та-т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 а
Это подойдет? Начальник, это чисто для работы. Опа. Начальник, это мне?